Спасибо, что сохранили веру в настоящих мужчин. Запомните, парни. Спецназ — это не нашивка на рукаве. Спецназ — это образ жизни. Спецназ! Спецназ! Ты! Спецназ! Ты! Ты! Спецназ! Да я уйду, парни. Вы только девушку отпустите. Вы в порядке? Да. Вроде да. Спасибо, что сохранили веру в настоящих мужчин. Вы знаете, Вика, сложилось мнение, что спецназовец — это безмозглая обезьяна, которая крушит все направо и налево. Саня, начинаешь разворот. Пусть думают, что мы уходим. На самом деле спецназовец обязан иметь мозги, уметь думать. Серега, за Саней. Броском сближаетесь. Думать быстро. Думать нестандартно. Все остальные — огонь на подавление. Не дать поднять головы. В том числе и поэтому мы всегда побеждаем. Голова спецназовцу дана для того, чтобы думать. А бутылки об башку пусть дебилы пьют. Сдашь. Спецназ без действия жалеет, как железо. А почему берет краповый? Краповый значит окрапленный. Окрапленный кровью. Сколько пальцев? Два. Продолжать будешь? Руки поднял. Вперед. Время! Красава! Для спецназа краповый берет — это икона. В этом берете заключено все, что важно для мужчины и для воина. Честь, мужество, боевое братство. Служу Отечеству и спецназу! Краповый берет для спецназовца – это самая высокая и самая желанная награда в жизни. Идем к седьмому отряду. Приказа не было.
Поэтому кто не хочет, может выйти из строя. Никого упрекать не буду. Слово офицера. Представляешь? Они говорят про родину, про служение отечеству. И это для них не просто слова. Они действительно в это верят, понимаешь? Они как будто с другой планеты. Все видят всех. Справа, влево. Не лезь без прикрытия. Пустой! И последнее. Никого не бросаем. Уходим все или не уходит никто. Зачем вам еще это? Ну, если не мы, то кто? Спецназ – это состояние души. Слава спецназу! Смерть террористам!